«Привели в божеский вид», — говорит основатель проекта коттеджного поселка. И добавляет, это только начало. Еще совсем недавно на территории будущего парка в Папушево не было ничего, кроме мусора. Но уже в следующем году здесь начнутся земляные, инженерные и черновые работы. И почти 3 гектара земли заметно преобразятся. Сейчас ждем погоду и будем загонять технику для того, чтобы подготовить почву, ну, земельные работы осуществить, так скажем. И будем производством мафами заниматься активно, то есть, чтобы монтаж по весне уже первых 2 этапов осуществился. Это у нас как раз-таки игровая зона и зона спортивная. А еще пляжная и прогулочная зона с водоемами и родником, террасами и амфитеатром. Вход будет открыт для всех желающих. Беспокоиться о том, где оставить свой автомобиль, тоже не придется. Инвестор уже обустроил парковку на 48 машиномест. В планах и дополнительное озеленение. Мы уже около 1400 единиц растения высадили у себя в питомнике. Будем пересаживать по весне. Это ели, туи. Все работы по благоустройству ландшафтного парка завершат в 2025 году. А для любителей активного отдыха по соседству начнут обустройство спортивной зоны. Его планируют закончить в 2026. Карина Еряшева, телекомпания «Одинцова».